Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Илья Борисов, и как, наверное, многие из вас уже узнали, я являюсь сыном Александра Ильича Борисова, автора и ведущего этой телепередачи «Охота, рыбалка в Якутии». В свете последних событий многие писали в комментариях и в социальных сетях, что передача прекратится и проект может закончиться. Однако я и коллектив передачи хотим вас уверить, что проект не останавливается, и передача будет жить. И те планы, которые Александр Ильич поставил перед нами, мы их постараемся выполнить. Может, даже принесем что-то новое в проект. Также, дорогие подписчики, хотелось бы поделиться с вами нашими планами. Уже коллективом мы собрали некоторые материалы по тематике весенней охоты, и даже рыбалку нам удалось снять. Ну, погода стояла нынче благоприятная для сбора материалов. В ближайшее время один из основных мероприятий у нас планируется традиционный фестиваль. Наш кулинарный фестиваль – это полевая кухня. Он будет проходить на территории Хангаласского Алуса. Уже второй год подряд мы не проводим его только в Якутске. Это уже фестиваль стал выездной. И многие улусы сейчас чтут за честь провести данный фестиваль у себя на территории, у себя на своей земле. Нынче год немножко такой не совсем обычный, поэтому мы решили провести данный фестиваль на родине Александра Ильича, именно в Хангаласском улусе. Так что, дорогие наши зрители, надеемся с вами там увидеться. Фестиваль отличный. Все, кто на нем бывал, никто ни разу не жалел об этом. Есть возможность отведать шикарные блюда, а также просто насладиться природой и местностью. Летом планируем выезды на горные речки, а также на северные реки. Но то не только рыбалкой. Конечно, мы будем вас радовать. С осени, с открытия сезона, наша команда будет выезжать и на охоту, это охота и на водоплавающую дичь, и уже попозже, с открытием сроков, это охота на крупного зверя. И также даже мы запланировали промысловую охоту на пушного зверя. Поэтому, надеюсь, вы все будете ждать наши новые выпуски. До свидания, до новых встреч. Желаем вам приятного просмотра, а нам удачной рыбалки и охоты.